Итак, всем привет, город Керчь. Находимся мы в Керчи и делаем обзор, что тут есть, вот, чего нет, вот, чем живет Керчь, именно центр города Керчи. Вот мы сразу замечаем аптеку здесь. Вот, дальше у нас идет Генбанк, идет, потом какой-то магазин, салон мед. Дешевая аптека идет, эфирные масла идут, вот. То есть вот чем работает вообще, что продает сегодня наш город Керчь. Что тут еще, книги есть, книжный магазин. Хороший, рекомендую, кто любит читать, посетить вот этот магазин по улице, улице Ленина. Вот такой большой зеленый дом. Вот такая большая аптека, не аптека, а библиотека, центральная библиотека наша. Вот работает, пожалуйста, люди есть. Кто-то ходит, что-то выбирает себе, какие-то книги. Это улица Ленина, дом 15. Значит, мы идем по увеличению. Сразу видим здесь, что у нас. Ну, продается одно здание. Вот. Кто хочет приобрести, пожалуйста. Вот. На продажу кто-то выставил, кто-то продает. Здесь дальше галантерея идет, вдохновение. Может, кому понадобится, приходите, смотрите. Вот. И тут с Новым годом программочка. На Новый год 2020. Смотрим, что за программка здесь. Вот, городской совет и администрация приглашают всех на празднование новогодних рождественских мероприятий. Сейчас сильно не будем заострять внимание, сейчас быстренько вот так пробежимся. Кому надо, делайте паузу, останавливайте. И смотрите программу. Вот здесь такая программка. Вот, ну а кто спонсоры? Это Одета, Окей. Гудмен, Гиппер, Таир и Вольтмар. Вот, вот эти люди спонсоры всего этого заведения. Здесь, конечно, надо особое внимание здесь обратить на вот это заведение. Оно тут, по-моему, на Ленинской самое красивое. Вот, это Bon Appetit. Кто не знает, сейчас покажу. Вот такое здесь оформление. Есть внутри двухэтажное. Здесь тема доставка блюд. Вон. Эксклюзивная крымская обжарка. Смотрим. Меню. Опять же, не буду заострять внимание на этом меню. Вот, ну, вот так вот быстренько пройдусь, кому надо, останавливайте, сделайте на паузу. Оп. Круассаны, маросаны. Вот так, идем дальше. Ну, вот на противоположной стороне у нас идет РНКБ банк. Кому нужен банк, заходите. Всегда. Здесь диван идет. Диван — это, скорее всего, мебельный магазин здесь. Вот обувь, Тоскания какая-то там, еще что-то. Обувь от немецких производителей. Здесь идет марафет, цветы, пудра, старик Хинкалич. Вот. Потом здесь с этой стороны сувенирная лавка идет. Вот сувенирная лавка. Семейные ценности здесь, казачий мед. Кто любит мед, приходите, покупайте, если она работает. Пока вроде закрыто. Вот. Ну и золото и серебро. Кто любит, кто серебролюбы, вот, пожалуйста, приходите вот сюда. Тоже улица Ленина, не знаю, какой адрес дома, но приходите. Вот. Здесь идет ВИН, отдел продаж. Вот, ВИН. Так, я уже говорил, что там старик Хинкалич недавно открыли.
Вот, потом идет мята, лаунж. Здесь идет морозка. Морозка за морозка. Старый магазин, морозка. Но здесь уже раньше было мороженое, а сейчас кое-что другое людям постарше. Вот. Вот золотой магазин, ювелир. Кому надо ювелирные изделия, пожалуйста, заходите. Вон Алмаз Холдинг тоже есть. Тоже неплохой магазин, наверное. Я просто золото не покупаю, серебро, поэтому... Вот. Здесь у нас сота. Чуть не прошли соту. О, там, конечно, эта зона есть классная. Вот, давайте обратим внимание на соту. Молодцы, сделали такую тему. Голову засовываешь и фотографируешься. Вот такая тема. Нормальный такой плакатик. Здесь магазин, центр, чипсы, снеки, сопутствующие товары. Так, а здесь вот где идет, где Алмаз Холдинг, тут рядом Пут, продуктовый магазин, смешные цены, обувь и одежда. Здесь у нас кофейня идет. Торговый центр вон большой. Кофейня. Тут российская ярмарка. Что-то тут одежда какая-то. Вот, идем дальше. Адреналин, реклама. Вот, кстати, хороший магазин. Сам лично там покупал вещи. Качественные вещи, дорогие, качественные. Вот, кому надо, рекомендую просто прийти и приобрести. Привет. Вот пивоварня «Пингвин». Кстати, я хоть и не так не люблю так особо пропагандировать пиво, но пивоварня «Пингвин» пиво вкусное, действительно. Вот не знаю, как банки пива в этом. Так, дальше здесь идет у нас Азза, магазин новый какой-то открылся. Вторая пара в подарок. Там идет Samsung, Империя сумок, Парк. Империя сумок — большой магазин. Кому нужны сумки, заходите, тут по-любому найдете. Samsung, кому нужен, приходите. Здесь у нас кожа. Здесь оптика. Здесь магазин одежды женской. Империя называется. Вот, кто смотрит, кто хочет вот такую одежду женскую, пожалуйста, приходите. Здесь у нас какое-то заведение. Сейчас посмотрим, как называется. Так, сумки я говорил уже, да? Здесь как оно называется, нет вывески просто на этом заведении, но по меню быстренько пробежимся. Кому надо, делайте на паузу. Вот так вот. Здесь вот такое вот меню. Максимус, кафе Максимус. Аптека Виста идет. О, Центр Парк, квартира. Это где у нас квартиры такие? Центр Парк. Что-то тут даже адреса не написали, где квартира. Свердлова 5Б. Ага, на Свердлова. Угу. Идем дальше. Виста, аптека. Тут у нас идет трюфель. Мы не будем смотреть меню, потому что надо уже продвигаться. Дальше еще много заведений всяких, про всех хотя бы пару слов надо рассказать. Вот, а дальше мы идем на елку, ребята. И сейчас увидим,
что на елке происходит. Кому, кто любит елку, сразу ставьте лайки. Вот, подписывайтесь на канал. Вот. А мы на Ленина 35 находимся, ребята. Вот, тут какой-то шоп. Мебель, шоп. Ну, красная вывеска, даже не хочется на нее смотреть. Аптека. Мега, чистый дом. Дальше сота идет, интимный магазин, конфискат. Музычка здесь играется. Вот этот мне нравится. Я смотрю всегда, какая-то девушка тут стоит, а это манекен. Вот. Мега-центр, самый большой центр у нас. Работает до 18 часов, с 10 часов до 18. Дальше. Интимный магазин, сота, дефиле. Крым золото. Золото уже третий магазин здесь. Там еще вот движение есть. Люди ходят. Apple в подарок. Какой? Магазин подарков, пожалуйста. Крымская косметика. Подарки, керамическая посуда. Вон там вот спускаетесь вниз и проходите туда. Дальше. Так, у нас идет Техносток, электроника, ломбард, капитал, вот. А вот сюда вот, когда идешь, вот эта яркая красная вывеска, вообще на нее смотреть, очень отворачиваешься, даже не видно, что здесь написано. Так что, ребята, кто смотрит рекламу вот эту вот, вот, и кто ее сделал, я сразу говорю, что ваша реклама неэффективная, потому что она просто отпугивает людей, взгляд, там и все такое. Я даже не знал, что здесь вот, например, есть визитки, флаера. Просто идешь постоянно и отворачиваешь взгляд от этой вывески. Так что канцтовары, ребята, ну, все равно мы про вас расскажем, что вы здесь есть. Вот, парк идет. Это, по-моему, уже второй магазин парк. Здесь телефончики, видеокамеры, все можно купить, телефон пополнить, счет, смартфоны, планшеты, аксессуары тут. Здесь идет такой магазин, крымский, скорее всего, по-моему, крымские сувениры. Не написано, а вот сувениры, да, но не написано, как он называется, но вот мы сейчас посмотрим туда. Такие вот есть на машину. Вот, полотенце, Крымский мост, пожалуйста. На 200-тысячной купюре. На 2000-й купюре. Идем дальше. Стор магазин. Кстати, в Сторе я покупал эту камеру. Вот. У девочки, которую зовут Анастасия. Вот. Эту камеру, на которую я сейчас снимаю, вот я здесь покупал в Сторе. Вот. Дальше здесь идет мужская одежда. Тоже, кстати, нормальный магазин. Долго, давно работает, но, пожалуйста, кому надо, мужская одежда, куртки. Тут салон, магазин Scarlett. Одежда, по-моему, женская. Ну, вот, пожалуйста, здесь женщины есть в магазине. Ходят, что-то выбирают. 60%, ребята, на скидку на верхнюю одежду. Это нормально вообще. Так что приходите, покупайте. Есть РНКБ банк. Есть у нас здесь. Имеется один. А, это уже второй. Ну, здесь. Так, разыскиваем талантливого продавца. Кто есть продавец, пожалуйста, на паузу делайте. И, пожалуйста, звоните, договаривайтесь. Идите продавцом работать. Кому надо. Вот веранда. Твоя веранда. До 23 часов. Отдыхают парочки здесь. Киви. Опа, ничего себе. Ну ладно, киви мы пройдем. Но очень вкусная кухня написана. Но меня это меньше интересует. Меня интересует вот эта вот тема. Кто это придумал? Вот эту вот. Вот этот просто шедевр, наверное. Просто шедевр.
Да, это прекрасно вообще. Лодку сюда положили. Приветствую. Офигенный вообще дизайн, просто. Просто бомба. Кто придумал такой? Сергей Николаевич. Вообще, красота просто. Ну, тут даже просто слов нету. Это круто вообще. Веранда. Ну, тут... Тут, наверное, и без слов будет понятно, что тут всякие морепродукты есть. Не буду рекламировать сильно, вот, но по количеству рапанов, тут лодка, вино, короче, тут все понятно, что это здесь с морепродуктами и с вином все в порядке на зиму, запаслись. Круто, круто вообще. А, дальше идем, чайхана идет. Лаунж-кафе, чайхана. Вот, там впереди у нас елка идет. Вот, но мы сейчас сначала посмотрим на доску почета, вот, а потом уже пойдем на елку. Так что, ребята, смотрите на елку, кто хочет на елочку, вот, смотрите до конца. Ну и не забывайте подписываться и ставить лайки. Потому что следующие серии будут еще интереснее. И, кстати, напишите в комментариях, какие серии, вот, про что снять видео. Вот, и самое главное, ставьте лайки и колокольчик, естественно. Так, ну тут я не буду сильно зачитывать, кто есть кто. Вот, потому что, чтобы не время не тратить, мы идем все-таки к елке. Ну вот тут люди, ну как бы, я думаю, что они достойны. Кто их сюда, как бы, вот, доска почета, Керчь, город-герой. Значит, достойные люди здесь, вот. Всего им пожелаем хорошего. Так, дальше идет Ленина 46. Это у нас идет на ремонте. На ремонте или уже, я не знаю, открылся, не открылся. Театр Пушкина. Так, снежные человечки. Тут все такое. Керченский драматический театр имени Пушкина. ТЦ «Дом Богатикова». Дальше. Паспорта. О, вот мы сейчас узнаем, кто это и что это. Капитальный ремонт. Б. Короче, Республика Крым. Заказчик — администрация города, подрядчик — Светлайн. Ответственный — читайте сами, вот, кому надо, звоните, телефон есть. Начало 27 сентября, окончание 27-20 года. Ну, будем надеяться, что не сроки они не сорвут, все достроят как надо, вот, пожалуйста. Вот такой вот будет у нас театр, он, в принципе, таким и был, вот, так что... Ну ладно, идем дальше. Дальше у нас идет очень важное и стратегическое здание. Это почта, главпочтамп. Вот. Кому надо отправить письмо, бандерольку, вот, пожалуйста, на главпочтамп. Там дальше идет универсам у нас. Там много всяких магазинчиков, кофейня,